Ну чё? Рождение по мукам! Пойдёт. Нам нужно будет длина 2,50. Это у меня держалка, чтобы не отваливалось ничего никуда. Ну, в смысле, не убегали обои. 2,50, я так думаю. Почему я так думаю? Потому что я не первый раз клею. Знаю, сколько здесь длина этого всего мероприятия. Нам нужно нарезать все обои по 2,50. Да, и если завтра будет круче, чем вчера. А, мы сейчас придумаем, как сделать нам тогда. Стой, клоун звездастый. Не прыгай никуда. Ну и чё? А чё-то дофига. Стой. Много. Вот так, что ли? И всё? Да иди ты. Так мало? Ну да. Вот тут и будет. Ну чисто. Я не могу ошибаться. Я никогда не ошибаюсь. Почему? Потому что. На, блин. Как это вот здесь? Одной вот это вот херовато. Потому что есть стандарты строительства. Какие-то. Все верно. Че не четко? Все четко. Все верно. 2,50. Не угадала, знала. Откуда? Я где работаю? В ЖКХ или как? В наш дом знаю вдоль и поперек. Ну, порвала. Я хер с ней. Важно, чтобы... Надо, чтобы вот ровно было и тут, и тут. С этой стороны. Раньше сгибаем. Где еще-то стакан? Стаканов много. Ими и будем. Такие маленькие, кажется, кусочки. Не, все верно. Там комментатор откомментировался, говорит. Мужик в юбке, господи. Мужик в юбке. С такими мужиками, вот выглядишь мужиком в юбке. Возьми да помоги, будь мужиком. Хоть раз в жизни. Да? Неожиданный ответ. Бывает. Это я так часто говорю. Ну сделай хоть что-нибудь. Отрицаешь? Да, давай тогда предлагай. Вот это вот я всегда говорила. Отрицаешь? Предлагай.
И обычно люди, когда комментируют мое творчество, какое-то вот такое вот, не такое, мне начинают давать советы. Делай так, так не надо, этак не надо, сяк не надо. Так, говорят, так не надо. Я говорю, так, ну давай обсудим. А отрицаешь? Предлагай. Как правило, предложения уже испробованы и давно не котируются. Да-да, как правило, предложения уже все такие умненькие вылезли. Как будто без вас я до этого не додумалась, допустим. Замечательно наточенные у меня ножи. Знаете, ты точил? Делай это сама. Ты хоть бы не стала это жизненным кредо. А тут даже я не знаю. Нет. Выход из токсичных отношений, он всегда идет на пользу. Зачем я это делаю? А ты это уже давала. Потому что я это я. Я так хочу. Я так могу. Я так хочу. Что я могу делать? Должно. Подгонять тут, судя по всему, ничего не надо. Почему я это делаю одна, я уже сказала. Я хочу это сделать сама. Никому ничего не доказываю, я просто показываю, что это несложно на самом деле. Деле никому абсолютно. Это все осуществимо, это все делается. Единственное, что нужно, это желание. Желание взять и что-то сделать. Вот это вот да. К сожалению, есть возможности, есть все, а желание бывает, что нет. Зато есть куча отговорок. Остаются совсем такие маленькие кусочки. Нам потом еще надо это мероприятие все переворачивать. Смотрите, 8 минут всего лишь кусок обоев резать, да? Ну, эту. Одну обою 8 минут. Даже не торопясь. Что за обои-то? Давайте почитаем. Обои, не знаю, что за обои. У нас где-то еще клей там что-то валяется. Модерн. Обои виниловые на бумажной основе. Республика Беларусь. Город Гомель. Здравствуйте. Кто смотрит? А! Республика Беларусь. Не то чтобы я была против Республики Беларусь. Против гражданки Республики Беларусь. У тебя есть паспортные данные. С белорусским паспортом гоняет прописка питерская. Да, и даже есть данные. Озвучить? Нахер. Есть все от и до. Все абсолютно данные, все, вплоть рост, вес при рождении, ну вообще пофиг, не нужно. На самом деле, вышло, выдохнуло, изменилось, и ничего с этой информацией делать не хочу.